Сейчас посмотрим за этой атакой. Люк Шоу делает передачу в штрафную площадь. Удар воротом. Бил Уэйн Руни. Каспер Шмахель. Вратарь Лестер Сити на месте. Оборона. Его партнеры по защите в Лестер Сити. Слева направо, 23-м, уже в прошлом сезоне. Сейчас Фелайни бьет по воротам. И Шмахель и выставил в стартовом составе. Сейчас Ибрагимович сражался с Уэсом Морганом. Ну а это Фелайни бьет по воротам. И небольшой рикошет от мощной груди Дани Дринквотера. Кстати, Дани Дринквотер, как и Дани Симпсон, крайний защитник и опорник. Сделал передачу на Уэйна Руни. И пошел вперед Джейми Варди. Передача на Казаки. А Казаки бьет поворотом. И чайно опасную контратаку. Знаменитый прорыв Варди. Передача на Казаки. И тот бьет. Прицельно бьет. Потрясающе. Давайте еще раз посмотрим. С центра поля. Одного, второго, третьего. Врывается в штрафную и бьет мимо Каспера Шмахеля. Датский голкипер ничем не мог помочь команде. Лингард, который был героем Кубка Англии. Лингард, который принес своим ударом дополнительное время победу Манчестер Юнайтед в финале над Кристал Пэлас, открывает счет в этом матче. 1-1, и по пенальти выиграл Ливерпуль. Подача в штрафную, удар воротом. Мяч прав. Евро-2016, игрок сборной Уэльса. Но в сборной Уэльса, как вы помните, он не был основным полузащитником. И если бы не дисквалификация Рывок, передача на Варди. Недодачу дал. И Варди вот тут ошибается. Вратарь. И 1-1. Начинает атаку Муса. Уходит от Карика. Его пытается догнать Лингард. И вот Фелайни. А Фелайни — это не защитник, а Фелайни был. Это он давал пас назад на вратаря. Дал очень тихо. И тут Варди выскакивает из-за спины. Элегантно обводит Дехе и посылает мяч в ворота. Да. Рядом был бои. Вот эти брызги от того, что в перерыве очень обильно. Раму флангу. Вот вдвоем они бегут. И передача отличная на Грея. Грей выходит в ударную позицию. Дехе забить с такого расстояния. Это нужно так пульнуть. Я не знаю, какой должен быть удар, чтобы пробить Дехе. Там выдал Марсиаль. Удар Руни. Там выдал Марсиаль. Удар Руни. Вот Фелайни сбрасывает. Вот Фелайни сбрасывает. Гоня мадридскому Реалу. Матринскому Атлетику. Разил ворота Дехе. А там, вы знаете, Муса-то был, по-моему, в офсайде. Вот в момент передачи. Как раз это было хорошо на повторе видно. Да, вот и с этого повтора видно, что Муса был. Валенсия врывается в штрафную. Подача и удар. И гол! И гол! Златан Ибрагимович. Мяч. Подача Валенсии. Ну, тут, правда, нам намекает, что Ибрагимович пробил. И продавил мощнейшего Уэса Моргана. Прыжок в дальний угол. 2-1. Вот так. 2-1. Ибрагимович забивает гол на 83-й.